Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Сегодня мы с вами будем выводить USDT с биржи Unitex. Комиссия возьмется 50 USDT за вывод с этой биржи. И вывод здесь не менее 50 USDT за один раз. Поэтому чем больше сумма, тем выгоднее ее выводить с этой биржи. Комиссия грабительская, сразу говорю. Давайте зайдем в историю торгов. И я вам покажу, что начиная с 11 марта я выводила ОМБТ и КРУ продавала. Это мой пассивный доход, который я имею от компании Еварич. Вот от этой компании. Еварич – это компания, которая предлагает нам инвестировать и в обучающий курс по финансовой грамотности, и в диверсификационный глобальный портфель, в который входят более 29 сегментов. В этот портфель входит и недвижимость, и золото, инновационные технологии, бриллианты, а также цифровые активы и так далее. А также в этой компании очень привлекательная программа лояльности. Сегодня все уже понимают, что пассивный доход от партнерки — это не редкость. Редкость именно хорошие сами компании, с которых можно выводить в любое время, и главное, чтобы эти компании платили на протяжении долгих-долгих лет. Первые мои инвестиции здесь были в 2016 году. Покупая обучающий курс, мы получали не только знания по финансовой грамотности, но и нам дарили доли от компании Skyway. Сейчас компания разрослась. За эти 9 лет они создали свою собственную биржу Unitex. Свою собственную электронную платежную систему Global Unit Pay. На этой платформе вы можете заказать пластиковую карточку. Пластиковая карточка стоит $41. Если вы не находитесь в ЕС, то доставка будет за дополнительную плату. Также вы можете заказать виртуальную карту. Она стоит будет 7 евро 50 центов. А главное, компания создала блокчейн, в котором вы майните монеты ОНТБ и продаете их на этой бирже Unitex. Вот именно этот пассивный доход я сегодня и буду выводить с биржи Unitex. Все подробности вы найдете в своих личных кабинетах Еварич после регистрации в эту компанию. А ссылки на регистрацию в компанию Еварич и на бирже Unitex будут под этим роликом. Покупаете на бирже Unitex монеты CRU или Volt CRU, ставите их на стейкинг в блокчейне, майните, и излишки опять выводите на биржу Unitex и там их продаете. Ну, это для тех, кто не хочет заморачиваться на приглашениях. А те, кто будет строить партнерскую сеть, те приглашают по своей реферальные ссылки в компанию Еварич и получают еще вознаграждение по программе лояльности. И в следующем ролике я покажу, как вывести эти бонусы лояльности с кабинета в электронную платежную систему Global Unit Pay и уже оттуда на карточку. Вот так выглядит их торговый терминал. Курс, как мы видим, растет и падает. То есть здесь тоже можно зарабатывать. Итак, переходим в балансы. Нажимаем «Вывод USDT». У меня 817 USDT. Сюда мы вставляем адрес ERC-20. TRC-20 здесь пока нет. Может быть, со временем сделают, там комиссия будет поменьше. Но ERC-20 за счет того, что сам эфириум очень дорогой, именно поэтому и комиссия очень большая. Этот кошелек начинается с 0x. С этих значений начинается кошелек ERC-20. Итак, сюда мы вставляем сумму 817. И мы видим, что сумма с комиссией будет 867. То есть нам нельзя вводить вот эту сумму, которая у нас есть. Поэтому мы сюда должны вставить сумму 817 минус 50. Поэтому сюда мы должны вставить 767. И тогда у нас будет здесь 817. USDT. Сюда мы вставляем двухфакторную аутентификацию, которая у каждого уже должна быть. И каждый уже должен знать, что это такое, как ее скачать с Google Marketplace. Итак, я ввожу 686, 188. Каждые 30 секунд эти цифры меняются и нажимаю «Вывод». Пожалуйста, проверьте свою электронную почту и подтвердите вывод.
Я зашла на почту, нажала там на синюю кнопочку, подтвердила вывод, и меня перекинуло вот на такую страничку. Перейти к балансам. Мы смотрим, что еще деньги не списались. Они спишутся в течение какого-то времени, как только будет подтверждение 10 транзакций в блокчейне. О, на ваших глазах USDT списался, и на почту пришло подтверждение. Ну, вот так выводится USDT любому другому человеку, или на ваш какой-то другой кошелек, который у вас есть, или на какую-то биржу другую. Либо через платформу BestChange, на которой есть огромное количество обменных пунктов, через которые вы можете перевести USDT на свои карточки, либо на другие биржи даже. Вот смотрите, вы отдаете вот здесь и выбираете тизер ERC-20, то есть в скобках написано USDT. Это шлюз через Эфириум. Есть еще тизер OMNI. USDT – это шлюз через биткоин. И есть еще один тизер TRC-20. Но на бирже Unitex работает шлюз только ERC-20. Запомните. Итак, вы выбрали тизер ERC-20. И вот в этой колонке получаете, опускаетесь и ищете, на что бы вы хотели обменять. На любую другую криптовалюту, на Dash, биткоин, там, эфириум, да? На электронные деньги, ВМЗ, ВММ, на электронные платежные системы, Perfect Money, на U-Money можно вывести, на Kiwi, на PayPal, на Advanced Cash, Payeer. Также можно вывести на криптобиржи, на Exmo, на Binance. И дальше смотрим интернет-банкинги. Значит, вы можете вывести на Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф. Ну, много банков, в Беларусь даже банк есть. Ну и вот есть карта МИР. Вот с наличными деньгами здесь нужно быть немножко поаккуратнее, но тоже можно работать. Поэтому с выводом проблем нет. Всем удачи! С вами была Валентина Синема 2. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и учитесь зарабатывать. Без этого сейчас, ну, очень сложно.